Традиционная кубанская забава – казачивар – становится в Белореченском районе все популярнее. В городе и в сельских поселениях района казаки возрождают этот вид активного отдыха и тренировки. Казаки районного казачьего общества поделились наукой дедов и прадедов с жителями хутора Фадеевского. На поляне у сельского дома культуры, как водится, варились сразу две каши – настоящая и казачья. Под руководством кашевара, помощника районного атамана по спорту Геннадия Буторина. Дети и взрослые вместе упражнялись в силе и ловкости, а также учились действовать сообща. Состязания увлекли всех. Белореченские казаки выразили надежду, что и в хуторе Фадеевском казачий вар станет традиционным развлечением, способным укрепить здоровье и сплотить жителей всех возрастов. Завершился праздник концертом, где звучали песни и стихи, посвященные России и Кубани.